В деревне Калиновка прошла выставка «Пристройство животных. Хочу домой, надо брать сейчас». Мероприятие было организовано впервые. Основная цель – помочь обрести бездомным собакам свою семью и доброго хозяина. Как рассказал организатор Екатерина Барабанова, к выставке готовились целый месяц. Искали волонтеров и закупали все необходимое для животных. У каждого четвероногого участника был свой опекун, который сопровождал его во время дефиле знакомства. Сегодня все хвостики ищут дом, хорошие добрые ручки своей семьи. Всего в выставке приняли участие 18 собак. Организаторы надеются, что мероприятие прошло не напрасно. Гости интересовались животными, брали листовки и визитки, узнавали, как найти приют и подробную информацию. И, возможно, совсем скоро четвероногие обретут полноценную семью.